Строители не успевают вовремя закончить ремонт трассы Саиногорск-Черемушки и вновь переносят срок сдачи. Сначала они обещали сделать все к 1 июля, затем к 15, но и этот план провалили. Теперь называется новая дата – начало августа. Как объясняют дорожники, на то есть причины. Слишком большой объем работы и дождливая погода. По проекту необходимо отремонтировать 13 километров дороги. Большая часть из них сделана, и новое покрытие уже оценили автолюбители. Была вот такая вот вся. А сейчас ровненькая, здесь хорошо. Да получше. Только чтобы доровняли ее до конца, вот кривоватая чуть-чуть. Но лучше, гораздо лучше. Сейчас дорожники ждут, когда завершатся работы на всех мостах, чтобы перейти к их асфальтированию. Из 7 мостов только переправа через ручей Большой Карак требует серьезных доработок. Необходимо укрепить насыпь, положить защитный бетонный слой. К концу месяца все нужно доделать, чтобы трасса полностью была готова к пропуску нового оборудования для Саяно-Шушенской ГЭС. Мы считаем, что да, для перевозки трансформаторов необходимо закончить реконструкцию дороги, в том числе мостов. Если они не будут закончены, мы срываем график. А этого допустить никак нельзя. По нашим данным, должны быть в первых числах августа открыться мосты. Правда, мосты через Большой и Малый Карак откроют ненадолго. По словам специалистов Красноярской дорожно-строительной компании, после того, как оборудование провезут на станцию, на мостах еще нужно уложить верхний слой асфальта. Поэтому автолюбителям придется или ехать по одной полосе через мосты, или, что еще хуже, по объездному пути. При этом специалисты успокаивают, помучиться водителям придется всего около недели.